Так, а это вот Святого Петра церковь. Пойдемте пока что зайдем в церковь, посмотрим ее обличие внутреннее. А какого возраста здание? Первый камень церкви, заложенный здесь, он относится к X веку. Она перестраивалась три раза в XI, XIII, XVIII веках. И, конечно же, в XX веке она подверглась многим разрушениям. Но сам основной неф, огромный романский, он сохранился. Поэтому пойдемте, сможем куда-то. Может быть, вы скажите, что такое неф? Неф? Я вам сейчас даже покажу. Давайте. Это основная, вот это вот основной ход, который идет по направлению к алтарю. То есть это называется неф. Это неф, как бы. Нет, подождите, неф, это же выписывающая колонна. Неф. Да, друзья. Так, Светик, можно я тебе камеру передам и возьму еще одну? В чем заключается архитектурная особенность, архитектурная ценность? Когда один неф, это значит, что основные конструкции это очень тяжело было построить, потому что когда два нефа, да, две колонны, получается, а опора идет на две части. Его гигантское такое воплощение, мы видим, что вот эти вот готические своды, их было невероятно сложно построить в эту эпоху. И, ну, согласно исследователям, согласно архитекторам, которые изучали, она изначально была построена именно так. Друзья, мы пройдемся вдоль, посмотрим. Я специально поменял камеру, чтобы нам в темноте было лучше видно. Так, давайте посмотрим вот на этот элемент. Напоминаю, что мы находимся в церкви Святого Петра в городе Фигейрос, где родился Сальвадор Дали, где он похоронен. И церковь эта находится прямо вот на той же самой площади, где находится музей Сальвадора Дали. Алтарь. Давайте наведем. Вам так было лучше видно. Ну-ка, давайте, вот эта вещь заслуживает особого внимания. Морган и над органом.